Добрый день! А сегодня я вам покажу вот такое издание Вильяма нашего понимателя Шекспира. Гамлет, принц датский, сонеты и Ромео и Джульетта. Издано издательством Словом. И самое главное в этой замечательной книжечке — это вот такие большие разворотные иллюстрации. Это первое. Не очень впечатляюще, но дальше тут все пойдет гораздо интереснее. По переводу ничего особо говорить не надо, тут все достаточно просто. Перевод, значит, пьес Пастернак, перевод сонетов Маршак. Вот, то есть классика-классика, но... Главное, из-за чего вот надо стоит заинтересоваться именно вот этим изданием, это, конечно, иллюстрации. Иллюстрации рисовал Сава Бродский, советский иллюстратор, который прославился, например, иллюстрациями, даже больше не к этой книге, а иллюстрациями к Дон Кихоту, за которым был награжден испанской премии, которую кроме него больше никто из советских художников не получал. Ну и тут на самом деле вот такие огромные разворотные иллюстрации. Интересно тем, что вот в таком формате, вот именно в таком формате, эти иллюстрации не публиковались ни разу. То есть было советское издание, в котором эти иллюстрации были малоформатными. Разумеется, советское издание теперь найдете только у букинистов и перекупщиков. То есть не найдете почти нигде. Ну а вот эту вот вполне можно купить. Она продается. Стоит, конечно, как и положено, книги с красивыми иллюстрациями, не очень дешево. Ну и так уж дорого, если поймать по акции, то это вполне приемлемо. Ну и, конечно, никакая просто видеосъемка этого всего не передаст. Это надо смотреть и разглядывать вживую, потому что детализация этого всего, конечно, очень потрясает, очень красивая работа. Книга, за которую не жалко потратить денег, особенно если купить это дело в подарок. Это я показывал. Сейчас посмотрим еще чего-нибудь из Ромео и Джульетты. А, ну вот, пожалуйста. Та самая сцена. Свадьба. Очень обожаю вот эту вот тетю. Очень нарисован, конечно, впечатляюще. Вот такая книга. Настоятельно рекомендую. Обязательно обратите внимание. Книжка того стоит. Это вот прям как на спектакле побывал. Ага. Да. Чума на оба ваши дома. Вот, пожалуйста. Вот такой Шекспир с иллюстрациями Савы Бродского.